Привет всем, с вами снова Бетти. И в эфире наша любимая рубрика «Что мы не замечаем в Токи». Скажу честно, все сложнее и сложнее найти что-то необычное в Токи-Боки. Но я постаралась и все же нашла несколько удивительных вещей. Идемте смотреть. Сначала идем в локацию «Домик на дереве». Тут растут цветы хищники, и их можно покормить. Даже самый маленький цветок съедает еду, которую ему дать. В молле тоже есть такой цветок, и его тоже можно покормить. В локации набережная, если спуститься под воду, можно увидеть большую какашку. Уверена, что есть те, кто вообще не обратил внимания, что она тут стоит. А на корабле у рыбака приклеена фотография милой собаки. Такую собачку можно увидеть в парке. Вот она. Кстати, о питомцах. Вы заметили, что все собаки и кошки в Токи сидят? Но я нашла два котика, которые стоят на своих лапках. Вот один. А вот второй. А вот собаку, которая стоит, я не смогла найти. Если вдруг вы знаете, где такую найти, обязательно напишите в комментариях. В зале игровых автоматов есть один автомат, который отключен от сети. Но при этом он все равно работает. Интересно, о чем разработчики хотели нам сказать? В парке аттракционов есть автомат с игрушками. Обычно все просто так берут из него игрушки. Но можно нажать на кнопки и поиграть. Кто быстрее надует шар. Вот такие интересные мелочи я обнаружила в Токио. На этом сегодня все. До встречи и пока-пока!